Нескучный русский я, приветствуем вас! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о календаре. Календарь. Это календарь. День, дни. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник – первый день недели. Месяц. Это месяц апрель. В апреле 30 дней. Год. Год. А теперь примеры. День. Какой сегодня день? Неделя. В неделе 7 дней. Месяц. Мой любимый месяц – май. Год. В году 12 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Понедельник. Январь. В каком месяце? Январь. В январе, февраль, в феврале, март, в марте, апрель, в апреле, май, в мае, июнь, в июле, август, в августе. Сентябрь, в сентябре, октябрь, в октябре. Ноябрь – в ноябре, декабрь – в декабре. Сентябрь – в сентябре, октябрь – в октябре, ноябрь – в ноябре, декабрь – в декабре, январь – в январе. Февраль в феврале. На сегодня это все. До свидания.